Там на Харда только что разоблачение вышло. Цирк уехал. Блять, на Харда разоблачение вышло. Будем глядеть. Блять, не? Самый добрый пожилой человек, нахуй. Что он сделал, блядь? Шо, я не знаю, что он сделал. Сейчас посмотрим. Давайте глянем, а? Все согласны? Давай. Ну глянем и вернемся назад. Давай, давай, давай. Просто, блять, что там, кто разоблачил? Просто хуйня, не хуйня, сейчас посмотрим. А ты заебал уже, ты шлепок майонезный, блять. Погоди, кто сделал, скажи? Кель. Сикиль, блять. Бля, Лёша, кому ты дорогу перешел не там, блять? Недавно Hardplay оставил комментарий, что все никак не может дождаться нормального разоблачения. Все для тебя, Лёха. Готовь сраку. Охуенный микрофон, блядь. Поэтому сегодня будет анал. Но серьезно, это видео совершенно не смешное. Будет немного длинное вступление, но мне это необходимо. Я очень долго не решался делать этот видос, но последние события подтолкнули меня на это. Мало того, что Hardplay кинул моего самого близкого друга на деньги, так он начал кидать и других людей и втаптывать их труды в грязь. Я не голословен, все переписки... Блядь, что за хуйня, слышите? Что там было? Голосовые у меня есть. Сразу хочу извиниться перед своей аудиторией за это видео, но молчать я уже просто не могу, ибо лицемерие человека далеко зашло. Я уже предвкушаю комментарии, ой, хайпажор. Нет, это видео принесет мне только отписки и дизлайки, ибо вы сами понимаете, я ступаю на территорию, где мне не победить, ибо канал раз в 7 больше моего. Короче, я покажу... Но, блядь, ты ошибаешься, чел, на самом деле. Если это что-то годное, блядь, типа, тебя наоборот поддерживают. Кто такой Hardplay на самом деле? Не работает так. Камеры. Сейчас давно аудитория не тупые долбоебы, они переобуваются сразу, если им показывают, где кто обосрался. Макриски так же. Конечно, начинал, если он, блядь, не кинет, да, страйк, а он это делает часто. Есть такие геи, которые... Именно добивается страйка канала. Есть такие геи, которые... Именно добиваются страйка канала. Зайду издалека. Все началось 1.5 года назад, в конце 2018-го. У Харда был пик его популярности, и Лехе нужна была помощь с улучшением качества звука. К нему пришел мой близкий друг Кэм. Он подобрал Hardplay звуковую систему. Ебать, они вдвоем такие сидели, наверное. Так, давай ты Кэм, а я Кель. О, ебать, придумали, класс. Примерно на 200 тысяч рублей. Короче, Кэм все сделал за него, настроил все программы, создал личный пресет для голоса. И Леха обещал заплатить уже за выполненную работу. Я не забыл, я сейчас до студии доеду, я обязательно тебе деньги кину, не переживай. То есть я просто вчера как ушел из студии, я там еще не был. Сейчас я приеду. Это Кэм Форс, наверное, слышите? Я просто единственного Кэма знаю, это Кэм Форс. Ебать, ты вспомнил, дядь, вообще хуендок. Я не забыл, сейчас до студии доеду, я обязательно тебе деньги кину, не переживай. Как вы понимаете, денег он не скинул, но зато удалил Кэма из друзей ВКонтакте. Ну ладно бы кинул и кинул, чё бубнить-то? Но то, что Лёха сделал дальше, мы кинули ему на стриме донат с вопросом. Если ты стример, то я тебя прекрасно помню. Я хороших людей никогда не забываю. Сам из Шимора помогал звук настроить. Да ты охуел. Мало того, что ты кинул на деньги, ты просто сказал, что работу сделал другой человек. Из голосовых я могу сказать, что ты косил под Шимора. Нам нужно что-то хорошее, объемное, как у Шимора. То есть, знаешь, что-то вот такое вот. Нам нужно поймать баланс примерно как у Шимора. То есть... Сам из Шимора помогал звук настроить. У меня есть все переписки, все твои голосовые. Вот я перехожу, и это твоя страница. Ты взят за яйки. И только попробуй сказать, что это код страницы, или я тут что-то из контекста вырвал. Ты постоянно называл человека бро. Бро, че, братан? Так, блять, это как я типа дядь говорю, ну и то же самое. Бро. Братишка! Своего бро. Кэм, кстати, здесь, давайте послушаем из первых уст. Йоу, всем привет, WhatsApp, и я делал, как вы уже поняли, обработку, да, звука Hardplay, настраивал ему все оборудование, показывал, что где как купить, и связывал его с менеджером магазина, чтобы он все заказал. Лёха со мной общался, что в Дискорде, что в ВК, максимально приятное. Бля, слышь, чел, который это самое, блядь, по-любому ты узнаешь, бля, мне твоя помощь нужна будет, мне нравится включай, твой пресет, звук. Включай. Я перееду. Да, но деньги тебе тоже не дадут. Не, я тебя в ЧС тоже добавлю, Не, если серьезно, то когда я перееду на новую хату, мне нужно будет с компрессором помочь, и вся хуйня, я без шуток говорю, и типа я реально заплачу, то есть я не знаю, сколько это вообще стоит, есть, правда, помочь подобрать мне. И так как, ну, это через год, наверное, будет поэтому просто было приятно друг с другом говорить, он обещал мне совместные стримы в Дискорде, обещал всякие золотые горы, но, как понимаете, он мне ничего не заплатил, и, конечно же, стримов совместных... Бля, охуенный звук у него, да? Через время игнора я написал, да, ему в с учетом того, что это, наверное... прочитал мои сообщения и удалил из друзей. С Дискорда, правда, он меня забыл удалить, вот все диалоги в Дискорде, вот файлы, моя работа, которую ему делал, и как-то так.
Ну, аудишн только у меня скажи, тоже был, без аудишна хочу. Настроил. Я насру тебе под дверь. Все пресеты сохранены под твой же микрофон, который у тебя сейчас. Далее Hardplay проводил конкурс пару недель назад на песню «Присцилла из Ведьмак 3», где участники записывали песню и решалось, кто лучше споет. Я бы ее трахнул. На первый взгляд, очень ламповый конкурс, за победу давали... Я ее давно знаю. Блин, вообще все круто. И победителем оказалась девушка Оля, вот ее страница, и у нее есть канал... Блять, ну да. ...просто с чудесным голосом. И вот, у Харда в посте написано, денежный приз уже отправили. Но, как вы понимаете, ни хрена не отправили. Победительница написала недовольный пост о том, как ее кинул Hardplay. И вот что она сама сказала. И... Я уже на этом полном пиздеце накатала пост, типа, какого хуя, где мой приз? Ребята, прошло столько времени, игнор, ничего никто не говорит, правила постоянно меняются. К сожалению... Бля, и причем все знакомые люди, блядь, победитель нахуй, тот, кто конкурс устроил. Она удалила пост, и я не додумался его заскринить, но вот пруфы, что пост реально был. Да и Лёха, ты сам об этом знаешь. Единственный вопрос, какого хуя в интернетах, когда это... можно решить. Происходит так, как будто ты пытаешься связаться с Белым домом. Это неправильно. Бля. Да, деньги Харт ей по итогу скинул, потому что вынудили. Оля медийный человек с галочкой, с каналом на Ютубе в 180 тысяч подписчиков. Будь это вообще неизвестный парень, без аудитории, он бы не смог достучаться до Hardplay'а. Человек остался бы победителем. Бля, ну типа давайте прямо говорить, бля, типа, и ты бы не заметил нахуй. Но без приза. Блин, еще мне писали, типа, а что ты не свяжешься с ним сама? Во-первых, сообщения были закрыты, это раз. Блять, самое забавное, знаете что, мы сидели все вместе, мы с Лехой встретились же, помните стрим? Там она приехала еще, то есть, блять, да, и как он, если он наебал... Нет, нет, нет. Да, это на мою днюху было, алло. Связаться с человеком нет возможности вообще. А если ты связываешься с админами, тебе говорят, ну хорошо, мы перезвоним. Да я его не дефую, чуваки, успокойтесь, не думайте, что я, блядь, дефую кого-то, я смотрю. Деньги Hardplay'у, ибо такой приз это уже не приз, а подачка. Ты относишься к людям как к говну. В чем сложность потратить 3 минуты своей жизни и отдать деньги победителю? Правильно, ни в чем. Ты не забыл отправить, ты решил оставить их себе. Ибо приз это самое главное во всем этом. Это была цель конкурса. Знаете, это как дети, которые воруют в магазинах, а когда их ловят, говорят: «Ой, я забыл заплатить». Тут аналогично. Просто, блять, это как минимум уважение к своим подписчикам. Мало того, что ты им кейсы рекламишь с подкруткой и просто кормишь говном, снимая реакцию на камеру. Короче, не мне читать тебе морали. Чистейший косяк, потому что уровень игнора на... Бля, ну типа Брэнни? Сейчас, блять, и на Твиче тоже, блять, я вот смотрю нахуй, пацаны, блять, кейсы рекламируют. Я поэтому альтернативно решил, блять, вот сам бабки въебать сюда. Вот это меня разочаровало, вот это меня просто, я была, извините, меня в вахуе культурно. У тебя, наверное, в голове мысль, почему это говорю я, а не они. Не, не рать хайпа, поверь. Мне из-за этого видео будут только отписки, ибо тебя любят все, а меня нет. Какие бы доводы я тут сейчас не приводил, стадо услышит. Я просто помню, блять, вот это вот нахуй. О, Лехи там выпал, Леха 1 миллион потратил на сайте. Драгонлор выпал! Я такой, блять, думаю, боже, какой. Какой миллион, блять, потратил? Блять, чуваки, был бы у меня миллион, я бы его точно на сайт не слил, ну честно. Хейт в твою сторону, но не аргументы. И пока... Ну, он, наверное, деньги потом отдал, блять, но... Сейчас я жду пиздец, я уверен, тут пиздец какой-то будет дальше. Показатель этому будет счетчик дизлайков, я просто уверен. Я лезу туда, где мне не победить, да из-за ты разницы заебал в уже, размерах аудитории. Да ты, блять, заткнись уже, давай, потому ебашь. Потому что за мной правда, ибо сила в правде. Не типа я такая мессия все добродушная, нет, я говна кусок. Просто когда я связался с медийными людьми, дабы они подтвердили пруфы против Лёхи, практически все сказали. Чё это за игра, блядь? Ассасин, блядь. Чё тёлка, блядь, тёлка в юбке нахуй, за хуйня. До этого говорили обратно, ибо побоялись высказаться против тебя. Вот один из слитых диалогов. Бля, отрекись за кожу. Я сам пытаюсь делать карьеру более-менее. Не хочу, чтобы у меня хоть как-то репутация была запятнана какими-то срачами с непонятно кем. Да еще и тем более с челиком, который тупо запиливает реакции, у которого типа зрители это просто какие-то непонятные демоны. Ну, потому что иначе их не назвать. Типа, которые просто смотрят черти что. И это сказал не просто автор канала в 130 тысяч подписчиков, а твоя... Ты кто, блядь? А, я помню, этот чел, он с Гагатуном играл. Нет, блядь, разве? Это не он? Я не знаю, кто это, мне все равно, типа. Ну так вот...
Какие-то демоны, блядь, какие-то, непонятно, что смотрят. Демоны какие-то, блядь. Я вижу вас сущность в виде гномика, блядь. Это он, да. С вами Хитман и Андроид. Твоя правая рука — человек, который рисовал Харду превью. И в начале ролика вот эта 3D-анимация с выстрелами. И да, в самом конце вот это все. Все сделал он. Сейчас он, да, он не работает с хардплеем, потому что он его тоже наебывал. Причем не один раз. Зайду немножечко из стороны. Пока я проверял пруфы, Кэм связался с твоим действующим модератором Далласом. И вот что Даллас сказал про твоего монтажера Хитмана. Он же, получается, Хитману тоже задерживал зарплату, пиздец. Он при нас, Хитман нам говорил, блять, это пиздец. Он заебал, говорит. Ну как, до этого ролика он был действующий модератор. Минус модер, блядь. Слушайте, бля, ну пиздец. Блять, мне, блядь, покушать я, блядь, может, хочу, блядь. Ну типа того. До такого доходило, что, блядь, он тупо задерживал своим же людям, блядь, деньги. Ну я тоже задерживаю, но я выплачиваю. Это то, что сказали твои модераторы. И нет, Харт, не надо сейчас удалять Далласа из модеров. Он вообще был без понятия, что мы какую-то инфу собираем. Кстати, вот что сказал сам Хитман, которого ты кинул. Мне пиздец дохуя чего обещал. Прям вообще забей. Прям, типа, я думал, я нахуй Юлием Цезарем буду. Заебись сказал, да? Нет, там, не, ну если ты говоришь, там, 5000 рублей плюс совместный стрим, это хуйня, помножь это на 10. Хардплей? Вот что мне он обещал. Вот, естественно, хуй нам, ну, даже без масла, то есть вообще пиздец. Я бы еще опа, хардчат написал, ебать, это интересно. Лёх, чё тут за хуйня? Ты чё, блядь, где насрал, блядь, говори. Лёша, деньги верни людям, блядь. Слушай, блядь. Тихо, мы смотрим. Это уже на твоей. Лёха сейчас тоже смотрит. Вы уже понимаете, кто такой хардплей. Скоро намного. У нас коронавирус там. На уши, типа, да ты там хороший парень, да я с тобой там еще посниму, постримлю, там тебя попиарю. У Кэма, к слову, есть свой канал на Ютубе с полной историей про хардплея. Ссылочка на его канал будет в описании. Я бы мог сказать, что ой, хардплей рекламирует кейсы и рулетки в 2020 году. На него уже за это сделали разоблачение, как там ему подкручивали, типа, то он наебывал свою же аудиторию. Но хардплей застрайкал эти разоблачения. Блять, страйкать видео — это самый гнилой поступок на Ютубе. Я бы мог все видео говорить, что ты страйки кидаешь. Это настолько низко. Ну ладно, я понимаю, Харда кейса — это его хлеб путем наеба своих же подписчиков. Он сам понимает, что это говно и давит глину. Но есть же другие адекватные рекламодатели. Да, заплатят чуть меньше. Например, Некстер, это симулятор жизни выкилывает. Ну нахуя в разоблачение вставлять рекламу, пиздец. Ну а кушать-то надо как-нибудь. Про жизнь в России. Вас ждут различные работы, драки за кусок. Блять, часть. Чел, ну це, сука, это ж зашквар, блять, что это за хуйня, блять? Уже GTA 5 проект. Кэско уход. Вернемся к Лёшиной попке, я уже чувствую запах гари и задней турбины. Лёха не только втоптал в грязь трубу задняя Кэма, турбина. Но и человека, что рисовал ему гифки и прочие штуковины. Давайте за меня это расскажет лучше он сам из слитого диалога. Он же пиздобол. Типа, он может напиздеть вообще, он просто, блядь, придумать прям хуйню, типа, я вот этого замечаю. Да я говорю за шквар, типа, что техно уже все старое, типа, никто не рекламит МТА, никто не играет. Вообще, блядь, МТА должно сдохнуть, честно. Не, это ну, неинтересно. МТА более-менее сам должен сдохнуть, МТА более... А, ладно, окей, да, если сравнивать самп, самп вообще позор, пиздец, блядь. Это позор реально, кал. Тебе сколько на самп играют, там, пиздец, там, по 10 тысяч человек играет на проекте одном, блядь. Я вот не знаю, но когда-то должно это все произойти, сейчас GTA 5 ебет нахуй вообще. Сейчас еще появятся, блять, уже появились, кстати, по GTA 5, комп... Red Dead Redemption, блять, онлайн серваки, пизда вообще, просто нахуй. Сначала были моменты, да. Просто с нисхуя прям, вот, ну, вот прям взять и что-то прям вот, блять, выдумать. Потому что я, например, помню, когда эти гифки сделал, он говорил, что, блять, да у меня там команда людей это делает, ну, я, естественно, охуел, вот. Что это за Майнкрафт такой непонятный? Я этот момент с ним обсудил, и в следующий раз он сказал, что это делает все один человек. Вот. И, ну, и, соответственно, после один хуй, он все равно запизделся и сказал, что команда. Я охуел опять. Хардплей, вот, но я потом понял, что чё, не имеет смысла. Типа, какая разница, он мне платит. Ну, сейчас досмотрим. Типа, того. И сразу же, не уходя от темы, ситуация с его твичом, которая покажет, какой хард мистер Крабс. Опять же, история из слитого диалога. Какой-то был стрим. Не знаю, я точно знаю, что просто пошел срач в чате. Типа ебанутый, ну то есть какую-то хуйню, ну спам, понял, да? То есть типичный, ну стадный эффект включился. Так как у него модераторы активные, прям нормальные, блядь. Позовем, ну, успокойтесь, не срите в чате банить. Тоже. Ну это на самом деле нормальная процедура, они уже это, по-моему, делали. Потому что просто так, типа, начать, типа, да, банить людей, ну типа никто не начнет.
Что он делает? Ну, то есть, он такой, вы что, вы нормальные? Вы подписчики, подписчиков банят, сабы он лечат. Учитывая, что он сам лично сабов хуярит, банит, да? Ну, что он сделал? Он взял, типа, такой, $5 умножить на 500, бля, ой, на 50, что-то там, блядь. Так, нахуй, равно 200. Вы забанили людей на $250. Ну, то есть, прикинь, вот так вот он вывел это все. Ну, типа, они ему должны. Вот. Ага. Нет, в смысле? Там была претензия побольше, по-моему, там, $1000, что ли. Получается, че? На 1000... Я не понял логику, Васян, ты понял? Переведи. Короче, я просто хуйня какая-то. Типа, он хочет выставить Лёшу, типа, Лёша такой меркантильный, он сейчас не людей, а $250 забанил. И чё, блядь, если человек на сабе долбоёб? Ну вот, я тоже не понимаю, и чё, блядь? Ну чё-то, вот это вообще хуйня какая-то конкретная. Это возвращение, блядь, диалога, блядь, Шевцова с читбанитом, нахуй. Вот, прям, копия 2.0, блядь. Типа, тот, за хуя ты, блядь, подписчиков банишь? Не, я реально не понимаю, ну саб. Я тоже сабы в баню, если саб долбоёб. За чужие, блядь, смайлы, да, ебать. Но там за чужие смайлы, да, хуярили. Да ну не, это хуйня предела какая-то. Вася, называют 89, блядь, походу, нет, нахуй ты неправильно, нет, понял. Нет, может он про то, что, типа, он банит людей, и он говорит про то, что это деньги людей, и он, типа, люди потратили столько денег, и он из-за них переживает, а не за... Нет, то, походу мы неправильно поняли, потому что чуваки, блядь... Хуя ничего не понятно. Может, они нихуя неправильно поняли, блядь. Или, блядь, это курс... Или это курс рубля актуальный, и они умножили $1000 на него, блядь. Курс доллара 89 рублей или что, я не пойму, или в рофлите? Где деньги? Да боже, нихуя непонятно, все, давай так. Где деньги? Перемотай, блядь, еще раз эту хуйню послушай. Просто пошел срач в чате, типа ебанутый, ну то есть какую-то хуйню, ну спам, понял, да? То есть типичный, ну стадный эффект включился. Так как у него модераторы активные, прям нормальные, блядь. Ну они начали их хуярить, банить. Ну, это так, на самом деле нормальная процедура, они уже это, по-моему, делали. Потому что просто так, типа, начать, типа, да, банить людей, никто не начнет. Что он делает? Ну, то есть, он такой, вы что, вы нормальные? Вы подписчики, подписчиков банят, сабы он лечат. Учитывая, что он сам лично сабов хуярит, банит, да? Ну, блядь, я правильно понял, алё. Я ж правильно понял, мы правильно поняли, чё вы меня обзываете, блядь? Ну, сабчат, сабчат хуярит, блядь, сабчат за то, что они спамят. Он требует с модеров деньги за забаненных людей. А модеры забанили, и он говорит, ну чё, это потенциальные $1000, вы чё забанили, блядь? Типа там... Умножить на 500, блядь, ой, на 50, что-то там, блядь. Так, нахуй, равно 200. Вы забанили людей на $250. Ну, то есть, прикинь, вот так вот он вывел это все. Ну, типа, они ему должны... Типа он на модеров напиздел. Вот. Ага. По-моему, там была претензия побольше, по-моему, там, $1000, что ли. Да тихо. Получается, на $1000 это они должны сейчас... Вот, он, естественно, всех там обосрал, прям, нахуй, мудерки поотнимал, блядь, и типа пизда интернету. Тоже все выставил в таком контексте, что, типа, нахуй пошли, вы мне бабки должны, типа, того. Знаете, я вот прям сейчас в процессе монтажа уже отмонтировал. Бля, Лёх, ну это хуйня какая-то, слышишь? Бля, ну без пруфов это так себе, блядь. Да не, я не дефую ничего, я сейчас сижу на своем стуле. Типа, во-первых, какая-то предъява, ну, вообще ни о чем. Во-вторых, а в чем проблема взять и, типа, сказать, разбанивать? Или он так припугнуть хотел, я не знаю. Ну, блядь, это его канал, типа, что хочет делать. Ну, типа, да, это ну, тоже... Но... Это нет. Тут вопрос в том, что модеры творят. Ну, типа, блядь, ну и сам... Ну, сказал бы модерам вообще такое, ну, вот он и сказал модерам, типа, что они должны, блядь. Ну, наполовину видео получилось минут 13-14. Может, это шутка была, ну, блядь. Ну, это много, как бы. А материала еще на два таких видео. Я не Макривский, чтобы мусолить каждую вещь. Из важных упомяну, что Хард срет своих же друзей за спиной. Павера, Шиму. Мора, ну и прочее. И не Харда. Надо Хард делать такое лицо, типа, ты сам знаешь, о чем я. Я не планирую делать вторую часть видео, ибо срачи с Хардом мне вообще не интересно, я просто показал, какой он человек. Ибо я смотрел, как Леха... Блять, вот срачи бы за спиной, конечно, было бы прикольно посмотреть. На разоблачение на себя, сразу метает стрелки, переходит на личности. И некоторые заметили, что я во всем видео не показывал полную переписку с Хардплеем, но этому есть причина. Там есть адреса Хардплея, телефонные номера, плюс информация о скрытых друзьях. Такое сливать никогда не стану. Короче, внешность обманчива, еще раз извиняюсь перед своими подписчиками за это видео. Так а нахуя сказал тогда об этом? Скоро будут норм видосы. А на этом у меня все, не будьте мудаками и удачи. Так, ну-ка погоди, там второй. Хуйня о том, то, что человека кинули за работу, и все, и чё.
Не, ну это хуёво. Байт разоблачили. Так, 7 минут еще, короче, и все. Это новое видео на моем канале, и сейчас мы поговорим про достаточно щепетильную тему после этого всего разоблачения. Вам, наверное, все-таки интересно, как я вообще познакомился с этим человечком? Как же так получилось, что какой-то ноунейм связался с очень популярным стримером на тот момент, который очень сильно хайпил и был абсолютно везде просто, и как же так получилось? Блять, вы знаете, здесь там нужна такая некая предыстория, чем я вообще в жизни, в принципе-то, и занимаюсь. Как бы, что я делаю, какие у меня скиллы, да, возможно, я не знаю. Что-то знаете, еще на 89-й склад готовит, так что, возможно, меня с говном смешают. Если очень кратко, то я люблю звук. Просто развиваться в этом плане, то есть звукорежиссура, обработка голоса, обработка звука, там всякие микрофончики, вот эти все железки, понимаете, о чем я, да? Ну и наряду с этим я люблю закадровую озвучку, люблю дикторов, люблю профессиональных дикторов и общаться. А я диктора не люблю. Я проходил дикторские курсы. Слушай, ну давай, короче, Васян вангонем. Про что, если ролик выйдет, про что он будет? Да может это фейк, у тебя есть вообще 100% инфа насчет этого? Ну вчера на стриме говорил это. Причина распада. Ну причина распада, она простая, блядь. Заранее просто говорю, что я долбоеб, который не справился с задачами, и в принципе вот и все. Распада стрима? Было. Да, блядь, он как бы есть, существует, но он как бы не работает, как я хотел. У меня были планы пиздец какие. Планы не выполнились вообще. Да, там про Лори, да похуй, я вам сейчас просто сам поясню, почему так. Потому что мало ли что. Распалось, потому что многие люди думали, что будет все так, что вот они придут туда, блядь, у нас был набор, мы все реально думали, блядь, делали, пытались что-то улучшать. А потом меня просто заебало, Вася не даст соврать, нас заебало, то, что какие-то срачи вечные, блядь, появлялись, кто там что делал. У нас были такие правила, потому что они не работали на Твиче на тот момент, что нельзя жопу показывать, нельзя вот вызывающе как-то выглядеть, блядь, вот это все. Это было уже наше внутреннее правило, блядь, типа раз от Твича, и мы все хуярили налево-направо. В итоге на нас говном выливали, блядь, срачи, блядь, срачи, да, всякие были постоянные. Ты помнишь это? Вся правда о 89-м скваде, нахуй. Да, ебать, я сидел, стрим, там 50 человек, блядь, и я думаю, боже, что ты несешь, пиздец. И, ну, это была чисто залупа какая-то, и как бы, ну, это могло бы работать дальше, но все думали, что вот они зайдут, у них будет по десятки тысяч онлайна. Блядь, ну, пацаны, ну, извините меня, надо что-то делать для этого. Если вы скучные долбы, вас никто смотреть не будет. Тут вопрос не в том, скучно или нет, тут вопрос, блядь, в 5 утра подрубать и в 2 часа ночи, это нормально, блядь, или нет, как думаешь? Ну а что, после школы приходят работяги? Люди спят, блядь, в такое время, нахуй, ёб твою мать, блядь. Я говорю, надо хостить друг друга, вас поделили на компании, надо хостить. Этот, блядь, не хочет, тот, блядь, не может, потому что он не хочет, блядь, и тот вышел вообще. Из-за того, что, типа, люди ставят себя, например, там кого-то поставили в главных катаны, или, а нет, Адама, или кого-то. И они сделали вроде так, чтобы, типа, их рейдили популярные каналы, типа, там, 200. Бля, чуваки, 100. Про систему управления внутри этого, ну, видите, нахуй. Да. Сейчас зачем это вообще ворочать? Я вообще не понимаю. Не, я просто поднял. Начали сейчас, а что не раз? Погодите, Леха просто... звонит. Алло. Здорово. Да, здорово. Да, не, нормально. Ворвешься, нет? Ага, понял. Да, давай на громкую включу. Да, сейчас, окей, давай. Ну? Там включи просто на громкую, там, в принципе, скрывать нечего. Там пацаны очень много где фейланулись. Очень много глупых мест. То есть, ну, кто не дурак, тот, в принципе, я думаю, и так там понял. Все, слышно меня? Да, вообще-то да. Я уже давно тебя включил, ты чё? А, крутяк. Не, у меня просто почему-то показалось, что у тебя стрим упал. Да, не-не-не, все норм. Здорово всем, здорово там, кто в Дискорде, здорово, кто на стриме. Здорово. Если хочешь, я могу просто пару слов от себя сказать. Ну, довольно интересных таких. Я думаю, есть о чем задуматься. Давай. Слушай, ну, буду говорить то, что отрицать вообще невозможно. Даже не по поводу видео, наверное, больше. Что такое вообще канал Hardplay, да? Канал Hardplay — это не канал. Это ресурс. Это огромный ресурс, состоящий из двух каналов Ютуба, из канала Твича, из киберспортивной команды, из клуба, из турниров и всего остального. В общей сложности всего... На ресурсе нас 17 человек. То есть это люди, которые занимаются СММом, дизайном, там всякие редакции, короче, выгрузкой видео. Короче, там все вот вместе, мерчем, ну и так далее, короче. Всего 17 человек, вот мы не так давно собирались в клубе. В общем-то, к чему я все это веду? Я, в принципе, знаешь, в видео есть один прокол. Не буду говорить долго, скажу по факту. Никто не говорит по факту того, что сколько было денег заплачено. Нигде это не сказано. Чтоб вы понимали, это есть на это пруфы прямые, с переводами, со всем остальным. Я тоже, как бы, ну, человек такой, который я понимал,
чем подобная работа ведет, заплачено, внимание, я говорил это на стримах, кто меня смотрит, тот знает, свыше 1 000 000 рублей. Я не могу сейчас точно сосчитать, можно это все сесть сейчас. Бля, ебать, так ворвалась. Одному человеку заплачено за более года работы. Он работал на окладе, он делал графику, он делал всю остальную херню, оплата была ежемесячной. То есть, если бы я что-то не платил, человек бы, естественно, не работал. Очень просто все. То есть, здесь вот небольшая вишня и увязочка выходит. Об этом знают зрители, об этом знают, в принципе, ну, все, потому что гифки все появлялись на канале по мере их поступления. То есть, допустим, там месяц, следующий месяц, да, гифка, и следующий, следующий, следующий. Здесь очень тотальный проеб. Просто, ну, я считаю, это такое фиаско, блядь, со стороны пацанов. Это прямая клевета. По-другому, ну, это не назвать. Потому что ни один дебил, блядь, просто так графику, знаешь, типа, давай я тебе все сделаю, а ты мне через год заплатишь. Но это так не работает, Вова. То есть все попросят предоплату, все их попросят на постоянной основе, никто не будет долго ждать. Это первое. Второе. Касаемо, с кем я плохо общаюсь, только сейчас с Супером, со стариком угорали на тему, как мы с ним хуёво общаемся. То кто еще раз? С Павером посидели, он мне причем сказал, что уже стрим идет. Я посидел, поугарал, как мы с Павером очень хуёво общаемся, с Шиморой вообще замечательные отношения, общение. В принципе, есть также переписки, где я у него спрашивал по поводу вот этой аудиокарты. По поводу оборудования, мне ее отдал Sense Channel в свое время. Тоже, кто, ну, смотрел там, я не знаю, но раньше знает то, что микрофон, который сейчас в Ричи, вот этот DBX, как он, пульт, я не знаю, как он правильно называется. Ебадуш это, две минуты, блядь. Такие звуки, звучание и прочее, это хуйня. Это тоже все от Sense, так что никто мне ничего не покупал, никто нихуя мне ничего не советовал. Прямое, просто прямейшее пиздобольство, блядь. Я, честно говоря, надо копнуть переписку, я не помню, по какой причине мы с этим чуваком не законтачились, то ли он где-то проебался, то ли, ну, просто так, понимаешь, ничего не бывает. Если на канале идут розыгрыши, а на тот момент они шли по 100, по 200 тысяч ежемесячно, ну, как-то опять не состыковка, блядь, просто так брать и чувака там кидать на 5, на 10. Смотри, тысяч, короче, я тебя понял, я тебя перебью. Тут такой вопрос в Саймаре, типа, как вышло, что вообще произошло? Блядь, с Ольгой это вообще отдельный Рафланыч, нахуй. Я сделал конкурс. Ну, да, мы поняли. Я тоже у себя сказал. Я говорю, парни, я сначала сказал на базе, на мероприятии. Может быть, кто-то видел, это где-то речь есть. Я думаю, в группах можно найти. Где я упомянул, было оно перед этим конкурсом. Я говорю, парни, спасибо, что вы меня пригласили, бла-бла-бла. Там миллион этих стримеров было, начинающих, музыкальных стримеров. Я тогда сказал, я говорю, спасибо, вот там... Как-то типа, ну я упомянул про музыкальных стримеров, и мне реально приятно то, что есть такой контент. Мне приятно то, что есть девушки, которые сидят и просто поют, просто что-то делают. Я неоднократно это упоминал на стримах, я неоднократно рейдил таких девчонок, неоднократно донатами мы поддерживали. Я решил сделать небольшой конкурс. Я Ведьмака проходил, я смотрю, эта песня, я говорю, о, давай запилим. 10 участников, свободное совершенно пение, приз 30 тысяч. Смысл, ну, как бы я сейчас уже могу это сказать, я говорил тоже, намекал об этом на стриме, то, что смысл не был кого-то выделять. Смысл был подвести итог к тому, что все стримеры разнообразные, все стримеры по музыкальной тематике все максимально разные. Я, так скажем, в подгон, да, ребятам сделал видеоролик отдельный на ютубе, в котором, так скажем, сказал указанием каналов в описании, с... упоминанием на экране, кто эти стримеры. То есть был посыл донести людям максимально, что есть такие стримеры на Твиче. В результате я затянул, да, с подведением итогов. Затянул по одной причине, потому что, честно, всем Вован хотел по десятке дать и сказать, что все молодцы. На тот момент я выплачивал бабки команде. Команде просто выплачиваются огромные деньги, просто тотально огромные. И, ну, реально не было у меня даже вот элементарно 100 тысяч на карте. Потому что я тогда и стримил мало, и просто, ну, вот так. Затянул, раздула она скандал. Через Олежку Радиотапка я нашел ее контакт, списался с ней, моментально все устаканили. Я и высказал свою точку зрения, потому что, ну, это, с моей стороны, это свинство, блядь, высшей категории. Просто такие вещи там высказывать,
как бы, тем более, ну, человек видео сделал, человек добрым словом упомянул. Ну, если такая нужда в бабках, пожалуйста, я сразу же в этот же день, я чуть за наши надо перевел. Она отправила назад, это ее право, окей, не вопрос. В любом случае, уважаю этого человека, уважаю ее выбор. Так что, как-то так, вот и вся история. А по поводу модеров? И еще такой вопрос, а страйк? А, страйки? Да, это да. Это еще со времен, блядь, Слоучана. Это еще тогда мы нахуй с ним рамсились. Тоже сейчас с Ромой нормально совершенно общаемся уже долгое время. Вот. А сейчас я просто, ну, в силу того, наверное, что люди долбоебы, может быть, по незнанию, может быть, долбоебы, но, скорее всего, по незнанию, а может, и долбоебы. Люди не знают то, что у меня одна из топовых мировых партнерок — это Broadband TV. Это забугорная партнерка, которая, допустим, если, по их мнению, партнеры каким-то образом оскорбляют видео, прямая идет клевета, а еще какая-то хуйня, они могут вообще меня не спрашивать, вгибать этот видос. Вообще, они просто подают жалобу и все, без разговоров, как в свое время было со всеми каналами, которые делали реакции на мои видосы. То есть вот один в один эта хуйня была. То есть когда они раз, просто ужесточили правила и ебанули всех. Причем я заранее предупреждал, я говорю, парни, смотрите аккуратно, как бы, ну, будет такая тема, то, что будут все каналы вычищать, типа, то, что это пизжение контента и так далее. Потому что, Лёх, типа, чем больше мой ну, канал типа, бывает, это все клево, и я просто знаю, о чем ты говоришь, так как у меня YouTube подключенный к Broadband TV, если что, так же. Вот. Но давай просто с тобой прямо скажем о том, что мы не новаторы, мы смотрим чужой контент. И как вот ты это прокомментируешь? Да, верно. То есть почему ли нас не въебывают за это? Ну, очень просто, потому что с многими каналами, допустим, которые я смотрю на YouTube, если заметил, я смотрю, ну, узконаправленные каналы. То есть я не могу смотреть зарубежные каналы. Я смотрю определенные, да, каналы, которые делают нарезки, которые нам разрешают это делать. По факту и нас могут въебать, вообще не разговаривать. И они будут правы. Но свои же, в свое же время эти каналы используют также части, куски видео с других каналов. Они не являются владельцами, то есть, этого контента. То есть здесь, знаешь, такая, блядь, круговая залупа, можно так сказать. Так что как-то вот так. Свой я смотрю, наверное, сколько каналов. 6-7, наверное. Может, ну, максимум, ну, 10 каналов. Там с Тапком мы, допустим, нормально и так общаемся постоянно по телефону с другими, там, кто там, Союз Смеха, Академия Смеха, ну, они все нас знают, у них даже в видосах, по-моему, мы есть. Да-да-да. Вот и все ответы на все вопросы. А модеры? Ну, а на тему, еще от себя хочу добавить, я сорян, что столько времени на стрим отнял, там. Да, нормально. Там, задушил, как тут положено. Как бы все равно про тебя ролик. Не, я просто, знаешь, что хочу сказать? Я хочу такие необычные вещи сказать. Я хочу вангануть, можно? Да, и конечно, давай. Что скоро на стриме будет? Нет, что скоро на Твиче будет? Хотите, я скажу? От себя. Давай. Скоро будет очень жесткий срач. Межгалактический. Поверь мне, Володь. Я тебе это скажу прямо на твоем же стриме. Я просто, вот я уверен, что в ближайшие полгода будет тотальный, просто ебанутый срач, нахуй, между стримерами. Причем между определенными стримерами. Вот это я тебе уже скажу вне стрима. Это мое мнение, и очень скоро это вот будет. И оно уже начинается, очень скоро это будет. Но тем, кто верит в разоблачение бесконечное, блядь, ну, бывает, что я могу сказать. Ну, ждем тогда, что, по-любому стримчан запустишь, расскажешь, что как. Да я, мне нехуй, я тебе честно говорю, там уже второе или третье разоблачение, я даже под каждым пишу, я лайки ставлю. Я жду чего-то интересного. Я не могу, блядь, накопать чего-то интересного. Так, смотри, еще вопрос такой, типа, из чата поступил. По поводу модеров. Что это вообще было? Слушай, ну, смотри, я не увидел ни одного пруфа. Я очень ждал вот на эту хуйню пруф. Ну, ты сам веришь в это? Что я с модеров взял $250? Да не взял, а типа, что на счетчик поставил. Я, типа, нихуя не верю никому, блядь, вообще. Поэтому ты у меня в телефоне. Вот сейчас обнули башку, ты меня не знаешь. Чувак. Миллионник канал, огромный ресурс поставил на счетчик в 21 веке кого-то из-за того, что они забанили платных сабов. Давай только вот сейчас, вот давай, бля, будем реалистами. Будет того, что, смотри, хоть один пруф, говорю на твоем стриме, блядь, вот отвечаю нахуй за свои слова, хоть один пруф будет, что я с кого-то, прямой пруф, с доказательствами, со всем остальным, что я с кого-то когда-то из модеров требовал бабки за забаненных сабов, требовал именно, внимание, требовал деньги
так, ты мне должен, я тебя ставлю на счетчик, если хоть где-то вот эти слова мелькнут, бля, я удалю нахуй свой основной канал Ютуба. Если где-то вот это мелькнет. Только с прямыми пруфами, прям вот где я голосом, блядь, говорю, требую что-то, то, что я прям вот, ты мне должен. Вот если вот эти слова прозвучат, вообще без Б, блядь, прям вот в точной формулировке, это очень важно. Я, блядь, требую с модеров деньги, это пиздец. 17 человек получают зарплату. 17, блядь, я их могу всех перечислить, кто со мной работает, причем многие со мной работают долгие годы. Такие, как Сервант, там все остальные, это ребята с моего проекта, да? Блядь, серьезно, ты... Ладно, похуй. А, еще люди в клубе, я еще их не посчитал. Люди в клубе, которые работают, я их, наверное, тоже кидаю на зарплату. Я вообще, наверное, всех кидаю. И скины я не отсылаю людям, блядь. И мерч не отсылаю, и вообще нихуя ничего не отсылаю. Короче, как-то вот такой у тебя хуёвый человек, братан. Ну, короче, ждем. Все, я понял тебя. Давай. Ждать нечего, я особо даже реагировать не буду. Я лайк поставлю, напишу ему комментарий с приятным развитием. И мамин бунтарь просто в очередной раз будет попущен. Ну что я тебе могу сказать, и все. Нету ничего по факту. Володь, по факту, вот что-то когда-то говорят, я даже готов всегда извиниться. Где-то я, допустим, парнишку оскорбил, я за это извинился на стриме. Давно оскорбил, именно вот оскорбил. Это мужской поступок извиниться. Если я не прав где-то в чем-то, я всегда скажу, да, парни, ебать, зашкварился, не прав. Ну вот тут где-то кого-то я обидел или там что-то я сделал. А пиздешь ты, слушайте, там прямая клевета в видеоролике. Прямая клевета, причем за деньги он говорит, за все остальное. Это самый прямо настоящий пиздеж. Все герои пока сидят у себя за компами. За все слова нужно уметь отвечать, причем отвечать в 21 веке перед законом. Вот и все. Сейчас любого подтяни, они, блядь, блеять будут сидеть нахуй. Ты же знаешь, как, Володь. Ты же все это прекрасно знаешь. Твою, ладно, я понял, давай, я уж пойду, блядь. Этого, заебал ты, блядь. 15 минут. Все, заебал, блядь. Да. Нет, посиди со мной, ну тебя нахуй, блядь. Все, давай. Все, ладно, Так, короче, я так понял, это новый микрофон, это Hardplay, который мы настроили. Это настроили, да. А, ну хороший микрофон. Я понял. Бля, Вась. Не знаю, я среди его, допустим, нейтрально так вот, блядь, типа, ну, про модеров реально звучит как пиздеж какой-то, честно. Мне вот насчет модеров. Но насчет... Я думаю, это раз. И насчет еще... Того момента я не знаю, к чему он там что-то спизданул, я вот тоже не понял, к чему. Что-то там какой-то момент был. Какой-то срач будет, я такой, к чему, блядь. Кто-то наелся и спит. Скрин про удаление канала, ничего нету по факту. Кель, спасибо. Кто-то машину купил, вообще, к чему это было? Да, я что-то не знаю, блядь, по поводу, к чему, блядь, про срач спизданул он. Дядя Лёша, водолей, как говорится. И... Знаку зодиака. Тихо. Слушайте, ну в любом случае, типа, будет стрим от него. Он как бы не говорил, что не будет, ничего не будет уделять время. Посмотреть. Аудитория заебёт, придется, блядь, пояснять за все и показывать. Кель, ну все на тебе, дядь, все на тебе. Если что-то есть, блядь, надо, наверное, было это сразу показывать, а не, блядь, вот ждать вот такую хуйню и обратную реакцию. То есть, если выкатывается какое-то разоблачение, как Джасти сделал на 3 часа, блядь, пусть это будет хоть 10 часов, блядь, люди будут смотреть. Что творится, нахуй? Один авантюрист, блядь, другой что-то то, блядь, куда, что происходит? А что-то вообще, блядь, пиздец какой-то полный. Людям заебал. Нового кейса открывают. А я открываю кейсы, и мне поебать.